Если сад номер 20 располагается в северной части города на улице Героев обороны Брестской крепости. Несмотря на некоторую удаленность от центра, здесь сконцентрирована работа сразу по нескольким направлениям, в числе которых особое место занимает помощь в адаптации детей, имеющих нарушение речи. В учреждении внедряется большое количество интересных образовательных программ, чтобы малыши в игровой форме открывали для себя важную информацию. Пожарная безопасность – один из таких блоков. К нам приходит инспектор городского отдела по чрезвычайным ситуациям Стасюк Мария Геннадьевна и проводит с детьми занятия. Понятно, что человек в форме, это всегда у детей вызывает особые чувства. Поэтому все это запоминается, все представления, которые она им прививает, все навыки безопасности запоминаются намного проще и лучше. Это более такой впечатляющий момент, который создается специально в игровой форме и на занятиях с детьми. Уроки на свежем воздухе – это не только полезно, но и интересно. Вместе с инспектором малыши прошли несколько тем. Какие приборы считаются опасными для детей? Как правильно вызвать службу 101? Ребята с удовольствием выполняли все задания. Было видно, что многое, благодаря таким урокам, они уже знают. Звоним по номеру какому? 1-0-1! Здравствуйте, чем вам помочь? Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям не прекращал ни на один день проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях. Это были разные формы работы, в том числе и онлайн-мероприятия, онлайн-викторины, встречи на самих детских садах или в школах. Потому что мы понимаем, что эта работа должна продолжаться, не останавливаться, потому что дети станут взрослее, и те знания, которые они получат в нынешний момент, если, конечно, они не будут применены, но будут очень полезны. Сегодня в администрации сада особенно понимают, для чего им нужны такие уроки, поэтому сотрудничество всегда поддерживалось, а его высокая эффективность была оценена дипломом от службы спасателей. Анастасия Назарин-Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.